Всем постам. Террористы в масках заложили бомбу. Так, МДЖ, я в паре кварталов. Будет нужна помощь, зови. Спасибо. Пожелай мне удачи. Так, пентхаус Нормана на последнем этаже. Но лифт заперт. Открыть его можно только из комнаты охраны. И мэр Осборн живет здесь. Вот комната охраны. Но охранник увидит меня, если я зайду. Жители недовольны. Возможно, я смогу завести их, чтобы отвлечь внимание. Сюда нельзя, мэм. Забыл свой чертов ингалятор. Я слышала, что по важной причине вас могут пропустить. А что важнее здоровья? Правда? Надо поговорить с охраной. Эй, пустите нас наверх! У меня проблемы со здоровьем! Господи, я задыхаюсь! Пустите меня наверх! Извините, мэм, посторонним сюда нельзя. А что ж Осборна здесь нет? Ну да, с ним такого не происходит. Мэр и его друзья являются исключением. Охрана пропустила наверх одного из его крупнейших инвесторов. Я так и знала. У него все куплено, как обычно. Находясь внизу, мы каждую секунду рискуем заразиться. Только держитесь подальше от администратора. Он ужасно кашляет. Что? Они обязаны пустить нас наверх! Должно сработать. Черт. Джерри, сюда! У нас тут ситуация! Вход только для охраны. Комната охраны открыта. Надо незаметно проскользнуть туда. Успокойтесь, пожалуйста. Проверка Соболь Интернешнл почти закончена. Вы говорили это час назад! Извините. Привет. Я знаю пару агентов Соболя, мечтающих с тобой познакомиться. Мы в другом месте, а здесь работаем мы. Ладно, ладно. Ухожу. Сигнал отличный, контроль. Район чист. Дом на миллион. Классная штука. Надо развернуть его. А? Кто здесь? Молодец. Надеюсь, в Соболе хорошая медстраховка. Пульт от лифта в комнате охраны. А рядом агент. Мэри Джейн Уотсон, супершпионка. Все, пора открыть лифт. Сработало. Норман уходит. Лифт открыт. Пора подниматься наверх. Лифт в пентхаус. Вот он. Веду обход. Жди. Норман и Соболь. Стойте! Пентхаус. Вот он. Норман и Соболь. Как вовремя. Найти бы этого инженера и пристрелить. Вот же дурацкая кнопка. Thank you.
Охранники Нормана нейтрализованы. Если он прячет здесь что-то, я это найду. Внимание! Пожарные двери включены. Выполняется автоматическая самодиагностика. Пожалуйста, сохраняйте. Что это такое? Чертежи прототипа боевой маски. Судя по всему, на них отмечены уязвимые места. Ух ты! Вот эта маска! Она показывает, где находится дверь. Интересно, куда она ведет? Знаменитый Норман прощается с сыном. Наверное, это с прошлогодней поездки Гарри в Европу. За семейным портретом есть кодовый замок. Похоже, Норман любит фильмы про шпионов. Надо найти код от этого замка. План пентхауса. За стеной с семейным портретом целая куча пустого пространства. Для квартиры на Манхэттене крайне нетипично. Энджей, агентов Соболя стало еще больше. Кажется, Нормана увозят. Как бы меня ни засекли. С этим надо что-то делать. Например, держать дистанцию. Пока этого хватит. Двери заперты до окончания проверки. Научные журналы со статьями о проблеме Человека-паука. Забавно, что способности Пита обсуждает целая армия ученых. Еще забавнее, что в этом активно участвует Норман. Прототип с того чертежа. Инструкция к кодовому замку. Похоже, последний день Гарри — это код. Наверное, день его отъезда в Европу. Самодиагностика завершена. Проблемы не обнаружены. Пожарные двери отключены. Норман может вернуться в любой момент. Надо найти код от замка. Последний день Гарри. Он уехал прошлым летом. Вроде бы в июле или в августе. Норман запер комнату Гарри, чтобы к возвращению сына в ней ничего не изменилось. Но куда он дел ключ? В
В городе ЧП, а Нормана по-прежнему обслуживают уборщицы и прачки. Привет, Баб. Я уже еду к доктору Майклзу делать последнюю прививку перед большим путешествием. Если ты тоже будешь там, может, захватишь дневник из моей комнаты? Я хочу записать туда кое-какие мысли о происходящем. Как бы то ни было, я знаю, что этого мало, но все равно... Спасибо, папа. Спасибо, что ты это сделал. Люблю тебя. Ух ты. Я так давно не слышала голоса Гарри. Он кажется каким-то усталым. Надеюсь, дневник еще здесь. Надо поискать его в комнате. А, у Нормана есть бассейн. Нью-Йорк – город подземных крыс и уличной пиццы, а не шезлонгов и пляжных коктейлей. Комната Гарри, но она заперта. А, интересно, где Норман прячет ключ? Когда-то я завидовала семье Гарри. Они были такими счастливыми по сравнению со мной и папой. Но болезнь Эмили все изменила. О, ну надо же, какими мы были беззаботными. Я скучаю по тем временам. Норман и Отто. Ух ты. Похоже, раньше они были близкими друзьями. Что же могло их поссорить? Эмили, мама Гарри. Он называл ее самой красивой мамой в городе. И, возможно, он был прав. Есть! Наверняка ключ от комнаты Гарри. Что? Это ведь не для Гарри? Или... Почему ты не сказал нам, что болеешь? Юриспруденция. Гарри хотел стать экологическим прокурором, как его мама. Дневник Гарри. Последняя запись датирована 18 июля. Должно быть, это код от той комнаты. Я хочу сказать, что нам надо все продумать. Нам?
Ты остаешься здесь. Вакцина готова, и я буду контролировать ее производство. Но без меня вы будете беззащитны. Похоже, я и с тобой также беззащитен. Я иду один. Разговор окончен. Отряду 2 быть наготове. А я подышу немного. Пит, лекарство готово. Норман пошел за ним в лабораторию. Последишь за ним? Незаметно вряд ли. Соболь встала не с той ноги и устроила агентам учебную тревогу. Все на взводе. Тогда жди. Я уже почти знаю, где это. Сектор чист. Продолжаю обход. А? Кто здесь? Отмена, контроль. Сектор чист. А, 18 июля. Есть! Супер жутко. Надо найти лабораторию дыхания дьявола. Норман Осборн, отчет по GR-27. Весь проект коту под хвост. GR-27 — лекарство, а не вирус. Но попробуй объясни это репортерам. Они откуда-то узнали прозвище, которое ему дали техники, дыхание дьявола, и теперь нагнетают истерию. Они не понимают, что им можно лечить рак.
врожденные пороки, наследственные заболевания. Еще немного, и мы бы довели его до совершенства. А вместо этого мне придется 1,5 года отмывать репутацию. Столько времени впустую. Дыхание дьявола не болезнь, а попытка создать лекарство? Медкарты Гарри и Эмили. GR-27 разрабатывался, чтобы их вылечить. Дыхание дьявола – неудачная попытка создать лекарство для близких. Детский рентгеновский снимок. Но это не Гарри и не Эмили. Кто же это? Аура вокруг него? Это Мартин Ли? Пауки? Норман пытается воссоздать способности Питера? Таблички на клетках? Биоэлектрокинетика? Оптический камуфляж? Что за жуть он пытается создать? Что это за штуки? Прототипы ручных гранат? Норман все больше напоминает мне безумного ученого. Норман Осборн, отчет по GR-27. Весь проект коту под хвост. GR-27 лекарство, а не вирус. Но попробуй объясни это репортерам. Они откуда-то узнали прозвище, которое ему дали техники. Ух ты. Норман выиграл конкурс на самую странную карту. Похоже, Норман следит за перемещениями доктора Майкла. Доктор Штром. Он ведь эксперт по роботам? Нет сигнала от доктора Ван Адера. Наверное, он не в городе. Здесь отмечена вся собственность Оскорб. Не знала, что у них столько всего в Нью-Йорке. Коммерческая недвижимость. Расположение отрядов Соболя. Они развернуты по всему городу. Готова спорить, я найду эту лабораторию. Она должна быть в здании Оскорб, возле которого много Соболей, и который часто посещает Майклс. Браво, браво, браво. А это, похоже, группа Чарли. Старая добрая Альфа. Вокруг лаборатории должно быть много Собы. Доктор Майклс возглавляет группу Дыхания Дьявола. Где бы ни находилось противоядие, он должен быть где-то рядом. Нет, это просто патруль. Здание Оскорб, но ни Майклза, ни Соболей. Точно не то. Так, есть пересечение с маршрутом Майклза. Кажется, я выбрала неверные категории. Ни один маршрут не пересекается с Майклзом. Нет, это просто патруль. Нет, мне надо найти Майклза. Ван Адер — это тупик. Ух ты! Сколько студий звукозаписи? Здание Оскорб. Но не Майклза, не Оскорб, а Норман. Студия звукозаписи может быть отличным прикрытием для лаборатории. Кажется, я выбрала неверные категории. Здание Оскорб. Но не Майклза. Мне нужно найти особо охраняемое здание Оскорб, Оскорб активно работает на оборону. Кажется, я выбрала неверные категории. Норман не настолько Доктор Майклс возглавляет группу дыхания студии звука. Оскорб активен. Норман не настолько безумен, чтобы хранить противоядие. Надо проверить маршруты патрулирования у здания Оскорб. Нет. Здесь Майклс оказался рядом с агентами Соболя, но это не здание Оскорб. Похоже, карта верхнего Вестсайда. Нет,
Мне надо найти Майклза. Ван Адер — это тупик. Доктор Майклз возглавляет группу дыхания дьявола. Где бы ни находилось противоядие, он должен быть где-то рядом. Студия звукозаписи может быть отличным прикрытием для лаборатории. Старое доброе. Вокруг лаборатории должно быть много соболей. GR-27. Это же кодовое название дыхания дьявола. Нашла! 10-я и Кафедрал Стрит. Это же... Конечно! Угол 10-й и Кафедрал. Студия звукозаписи Аскорб. Идеальное место, чтобы спрятать секретную лабораторию. GR-27. Инцидент с Ли. Что это? Итак, запись уже пошла. Я буду совсем рядом. Просто расслабься, и пусть действует лекарство. На помощь! Помогите! Думаю, это просто консультация. Мальчик был готов. Я пойду туда. Нет, нельзя. Слишком поздно. О, Господи. Норман и Отто. Это они все начали. Они создали Ли. Я должна все выяснить. Что? На! Кто там? О, нет. 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 Давай, давай. У нас прорыв. Тревога. Пит, я узнала, где лаборатория. И еще много всякого. Ты далеко? В паре кварталов. Только скажи, и я приду. Отлично. Не глуши мотор. Продолжаю обход сектора. Контроль. Я что-то слышал. Веду обход. Надо зачистить балкон. Эй! Босс, она у нас! Пит, ты здесь? Поворачиваю с Лекс. Ты
ты в порядке? Еще пару секунд, северо-западный угол. Ты готов? Стой, стой, стой! Поздно, давай! Ты чокнутая. А ты супер. Все это слишком тяжело. Болезнь Гарри, Норман, Эли, доктор Октавиус. Я знаю. Все из-за меня. Опять старая песня. Ты больше не одинок, Пит. Мы с Майлзом присмотрим за пир. А ты найди Нормана. Найди лекарство. Спасибо, партнер. И попытаться все исправить. Должен быть какой-то способ связаться с Ли и Отто. Оба несли миру добро. Они не могут отбросить все только ради мести Норману. Так, значит, Норман поехал за вакциной. Надо сообщить Юре. Надеюсь, это хорошо. Да. Оскорб разработал вакцину. Лекарство? Слава богу. Как быстро мы сможем дать его людям? Выясняю. Лаборатория на углу 10-й и кафедрал. Стой. Пришло сообщение о вертолете, садящемся в том районе. О, нет. Вдруг это вертолет Нормана? Я бы и послала к тебе людей, но нет никого. Ничего, я разберусь. Скоро все закончится, обещаю. Слушатели обеспокоены тем, что агенты Соболя, призванные мэром для нашей защиты, ведут себя как армия захватчиков. Давайте послушаем звонок. Говорите. Меня не пустили в дом. Сказали, он под карантином. Я ответил, я войду и не буду выходить, а они ткнули в меня оружием. Мне некуда идти. Вы правы, это кошмарная история. Я обещаю вам привлечь к ней внимание властей. Чрезвычайное положение не отменяет прав человека. Может, избранные вами чиновники и не готовы драться за вас, но Джей Джона Джеймсон готов.